Сейчас можем наблюдать схватку Эльдара Саидова и Герандокова Батыра. Вот, у Эльдара, как мы знаем, Эльдар универсал, но у него отличительная особенность. Он очень хорошо работает на болевой на ноги. У него своя система, вот, по которой он очень здорово это использует и в схватках, и доказывал это на самом высоком уровне, выигрывая различные чемпионаты мира. Сейчас мы выходим, Эльдар выходит в дип хавгард. Вот. Эльдар очень круто делает фария свип из дип хавгарда. Сейчас посмотрим, какой свип будет делать Эльдар на этот раз. Хорошо, Эльдар почти что остался за спиной у соперников. Вставлен левый хук. Вот контроль корпуса. Эльдар забирает 2 балла за свип. Вот, и теперь сейчас Эльдар будет работать сверху. Проходить гард. И я думаю, что если Батыр раскроет свои ноги, сейчас, как мы видим, они у него скрещены, то Эльдар будет атаковать его ноги. Вот, пытается Эльдар раскатать соперника в хавгарде, меняет базу и сейчас делает очень правильную вещь, чищает верхнее колено. Вот, и проходит бэкстепом, да. Стандартный проход. На награждение приглашается металла девочки до 69 кг. О, это был гаттер ролл. Или Дальпро ролл. Очень красиво в исполнении Эльдара. Очень красивая борьба. Эльдар переходит в позицию уже спайдер-веб. Слишком стремительно разворачиваются события, чтобы я успевал их комментировать. В маунте остается Эльдар. Очень. Посмотрите, как плотно Эльдар работает своим тазом, своими бедрами. Батыр делает абсолютно правильную вещь. Ставит рамки в таз, пытается вывести свои коленки внутрь. Но Эльдар очень хорошо нагружает вес. Нагружает бедра соперника и не позволяет развести коленки в разные стороны, восстановить гард. А вот очень красивый рычаг колена из позиции оверандера проводит Эльдар Саидов. Бернардо Фари в свое время очень круто делал эту штуку, очень технику. Да, и уверенная победа Эльдара Саидова, который ожидаемо проходит дальше в следующий раунд.